Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. У 66-летнего певца Юрия Лозы мошенники украли 11 тысяч рублей. Юрий Эдуардович на своей страничке в Фейсбуке сообщил, что недавно его обманули мошенники. Артист попытался снять жилье в Крыму и перевел неизвестным людям 11 тысяч рублей как предоплату за аренду. Однако, как только Лоза расстался с деньгами, ему сразу же перестали отвечать в сети. Звезда поспешила обратиться с заявлением в правоохранительные органы, где следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Артист отметил, что у него возникли сложности на этапе оформления документов, ведь деньги он перевел с помощью одного из виртуальных кошельков. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.